«Серебряный олень» – один из главных творческих конкурсов Одинцовского округа. Проходит в 24-й раз. На сцену ДК «Заречье» вышли вокально-инструментальные ансамбли. Представители жюри признаются, за годы его проведения уровень профессионализма участников вырос. Поэтому особое внимание обращают на выбор композиций. И мы очень хотим, чтобы были какие-то откровения, чтобы ребята попытались действительно предоставить и вообще высказаться на очень высоком уровне. И очень важно, что здесь вот такая атмосфера, которая предполагает такое радостное исполнение произведения. Лиза Лашманова начала готовиться к конкурсу еще летом. Выбирала произведение вместе с преподавателем. Перед выступлением почти не переживала, в конкурсе участвовать не впервые. Мне не главное победить, просто сыграть для души, для жюри, для разных там гостей и все. Я поддерживаю свою подругу Аллу. Веселый мотив, под который хочется танцевать, тарантелла Альберта Печорина. Во время исполнения музыкального произведения пальцы девочки порхали над инструментом, как бабочки. Фестиваль-конкурс «Серебряный олень» только начался. Впереди еще много номинаций. Хореография, вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Гала-концерт запланирован на 6 апреля. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».